Итак, ребята, я снова вас всех приветствую. С вами Михаил, и мы продолжаем играть в Deus Ex. Тем временем у меня целых 3 серии сразу выкладываются. Ну ладно, пока они там загружаются, нам нужно как-то все-таки продвигаться дальше. Так, я думаю, вот этого парня мы можем с большей легкостью обойти, чем того, который может нас услышать. Этот-то хотя бы нас не услышит. Вот ты зараза, а! Как ты это сделал? Паскуда, мразь. Сканирование по всему диапазону шкалы. Что за дела? Ох, как вас тут много. Охереть. Кто бы там ни был, лучше уходи. Вас тут очень много, ребята. Прям очень-очень много. Вторичное слияние с Бить Пейджей позволит лидерам Иллюминати восстановить правительство по старому стилю. Управлять миром, руководствуясь состраданием указующим перстом Моргана Эверетта. Что-то да, понятно. Так, это что, это просто склад какой-то? Просто если сюда каким-то макаром можно пройти, нас, кстати, сейчас спалят, если мы не взорвемся. Отлично. Руку нам оторвало. И еще и сварило нас заживо. Да, так себе перспективы у нас сложились. О, а почему я ее сразу не заметил? Интересное кино. Вот это да. О. Ах ты, зараза, иди сюда. И еще одна. Ничего нету у него. Так, ну я так думаю, что напор воды теперь там выключен. Так, ну вроде бы да, потому что тут ничего не жарит в нашу сторону. Так, тут мы аккуратненько пройдем. Делаем вот так. Отлично, мы хоть немножко продвинулись. Не зря я тут все-таки пробежал наперед. Поизучать чё кого. Блин, машинка. Блин, вернись сюда, зараза. Так, окец. Блин, как он там ходит, не вижу. В нашу сторону он ходит, например. Черт. Не очень удачно я так решил спрыгнуть. Поэтому я спрыгну сюда. Чудом не спалились. Там кто-то есть, я слышу его. Нет, не слышишь. Это он, отлично, уничтожьте его. Не мог ты, блин, подольше так постоять, зараза. Визуальный прелестного. Он засечен, хорошо виден на сканере. Вот на кой ты встаешь, мне интересно? Вот зачем? Ну ладно, сейчас хотя бы этот уйдет куда-нибудь. Все, и мы вот сохранимся в таком положении, чтобы потом не бегать просто за ним. А то это все-таки время. Так. Нас не заметили. Чё? Это существо нервничает? Ты о чём? Обо мне, что ли? Да нет, не нервничаю. А вот снайпер нас может подстрелить. Мой бог! Это Дентон. Помните брифинг? Зараза.
ты опять вот слишком рано развернулся, дружок. Эй, стой на месте! Тихо, тихо, тихо. Никого нету. Скажи, глюки! Ложная тревога, я думаю. Нет, ложная тревога, но глюки это самое прям фешенабельное. Какого черта? Он уничтожен, надо идентифицировать его. Охереть, снайпер вообще что творит, а? Надо избавиться от него слишком много проблем. Как бы его только убрать оттуда. Подниматься к нему далеко. Кипиш он тоже на раз поднимет. Но, с одной стороны, вы хотя бы прошли тут без проблем понизу. Так. Сержант, это вы? Не знаю, получится у нас или нет. Идейка вообще по умолчанию так себе. Привет! Кто бы ни был там, у него серьезные проблемы. Попробуем. Я могу поклясться. Да блин. Тваря. Он стоял к нам спиной, а мы протупили. Подождите его, потом двигайтесь. Блин, опять нам не хватает, а? Прямо перед лицом у него стоим. В Humans Revolution нас бы уже заметили. Блять! При таком раскладе. Да ёб... Алёша, а? Делаем, короче, вот так, потому что сил моих больше нету. Ебать. Ебать. Вот это ты, конечно, охуеть. Все. Просто вообще сразу же атакуют. Удивительно, что он нас сейчас с первого выстрела не убил. Все, сидим. Так, он все. Отлично. Эти даже усом не повели. Вообще прекрасно. То, что у вас тут граната под носом взорвалась, вас, видимо, это совершенно не смущает, друзья мои. Мне, конечно, пошуметь, к сожалению, пришлось немного. Но, как видите, тревоги нет, значит все, все окей. Что-то я это, да, вообще. Это Дентон, помните брифинг? Я просто в шоке, они вообще на раз меня сносят. Не попал, что ли? Нет, попал. Судя по нарастающим волнениям. Цель зафиксирована. Опа, а там еще что-то сверху. Оглядывайтесь назад, он может быть где угодно. Все, я в тени.
Повторная попытка. Тихо. Того мы убрали. Вот этого опасно убирать, нас сразу же заметят. Куда он идет? Я запускаю воспроизведение. Ха. Фух. Вон туда надо залезть обязательно. Там явно что-то интересное. Так, и сейчас будем от последнего избавляться. С кустарными нашими методами. Мой бог! Ай. Да блин. Че, он сюда подбежал, надеюсь? Блин, не тот. Черт, я хотел уже рубануть что-то его. Что-то движется сюда. Ну. Привет. Кто бы ни был там, у него серьезные проблемы. Нет результата, продолжаю сканировать. Я могу поклясться. Там так. Тихо, тихо, меня нету. Давайте прикончим его. Что с вами делать-то, даже не знаю. Опа, хе-хе-хе-хе-хе. Так, что у нас, надеюсь, тут что-то нужное. Ну, не то чтобы очень. Здесь какая-то рельса идет. О, дружок-пирожок. Я знаю, как я тебя выпиливать буду. Отсюда неплохой вариант, скажем так. Только знаю, как мне до тебя дотянуться, если совсем по-хорошему. Ух, больно ты далеко стоишь, зараза. Так, ну, давай, 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 давай. Все, встань на месте. Отлично. А там интересно, что... Тупик какой-то, судя по всему, плохо видно. Скрим, скрики. Отлично. И осталось от этих двух роботорезиных пацанов избавиться. Что уже значительно легче на самом деле. Бандит, он приближается. Тихо, тихо, тихо. Слышите это? Я думал... Вот так вот. Вот и все. Немножко в лоб, блин, сходили. Так что все, окец. Нож, нож. Вот это по мне. Так. Нет у меня такого ключа, да? А у вас, парни, ничего не нашел, да? А у тебя тоже ничего нет. Вот вы же бесполезные какие. Тут, а тут, наверное, этот робот патрулирует, да? С этой стороны.
Так, ну я тут как минимум турель вижу очень неприятную, и камеру. Камера, возможно, отключена, потому что... Ну, я иду и по пути все отключаю, но опять же, не вижу у нее признаков жизни, поэтому вот предполагаю... А нет, все встало на свои места, она вон прямкает. Так, хорошо. О, так она просто сейчас вниз смотрит, она, походу, поломалась. Ух, много цифер. А я ни одной таки не знаю, чтобы что-то конкретное вводить. Блин, много мы их потратим, скорее всего, даже все. Вот это вот интересно. Так, Джекоб сел, а мы это читали. Так, там отмычка, вот это да, вот сюда бы я залез. Это мы вот интересно зашли. Че, мы не можем поднять тебя? Нет, не можем. Хотя, че экшон-то начался? Я же ничего не этот не сделал такого криминального. А вот паролей-то мне, к сожалению, не хватает, чтобы здесь поживиться хорошенько. А взламывать все подряд, ну такое. Может, найдем еще, покопаюсь. Глядишь. Раз в год-то и палка стреляет. Люки. Охереть. Вот это я удачно зашел. Не иначе. Вот это интересно, да. Ну давайте попробуем. В принципе, мы их сможем вырубить. Скорее всего, даже забрать у них ключ какой-нибудь. И бежим, 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 бежим. Все, и здесь они нас не догонят, скорее всего. Надеюсь, девка тоже уснула. Попробуйте оставить имплантанты неповрежденными. Сука, чё ж ты не уснула-то? Ну, в таком случае у меня для вас кое-что поинтереснее есть. А, ну, соответственно, перед этим мы взломаем все это дело. А чё вы не отразили ничего? Вот это да. Вот это, мать вашу, да. Чё у нас тут? Ну вот такая нычка хорошая, там даже ничего нету. Надо уже сохраниться у этой двери и действовать. Собственно, не отходя от кассы. Подождите, здесь кто-то есть.
будешь делать-то? Короче, делаем вот так. Ну-ка. Прошу поддержки. И вот все, и все, здесь меня никто не найдет. Блин. Ой-ой, тихо. Охереть, почему? Вот это да. Вот это да. Ха. Какого я не ждал. Девка где? Тихо. Ну, падай. Так, ну. Yes. Наконец-то. Ничего толкового даже с вас не выпало. Фух. Джулия, я должен тебя увидеть. Нам надо поговорить о нас, об этом проекте. Я не знаю, что мы теперь здесь делаем. Пейдж сделал странные запросы следующей команде. Я бы ушел, но не без тебя. Ты слишком много для меня значишь. Как только закончу... Закончится смена, приходи в мой кабинет. Это единственное место, где мы можем поговорить. Наедине. Код 0169. Я люблю тебя. Ага, понятно. Чё тут еще есть интересного? Так, ну это, судя по всему, просто комната отдыха. О, отключим все-таки эту камеру, чтобы она нам лишних проблем не создавала. Так, вроде все. Интересно, чего этот пароль на 0169? Ну ничего, у нас тут хватает дверей, чтобы попробовать его. Ну, по крайней мере, ни в каком кабинете мы пока что не были. Сектор 3. Нет, нам точно не туда. Так, ну понятно, видимо, мы сейчас пойдем там примерять ее. Этот код ко всем дверям. Я, наверное, буду на быстром беге, потому что, ну, тут робот есть, можно подзарядиться. Я еще и подлечусь, вот настолько нагло я буду делать. Сейчас он там уйдет. О, он там пока просканирует.
Мне уж игру давно пора заканчивать. Хожу тут, блин, собирая всякую лабуду. Идти все подряд вскрывать, потратить последние отмычки и нормально. Не успел. А, вот оно чё, круто. Yes. Ага, тут неверно, ну-ка, а так? А, я забыл, она не подходит. Плохо. Ну, давайте так вскроем. Я не думаю, что будем ходить мы искать эти пароли. Так. Сюда мы не полезем, здесь ничего нету. О! Хе! Хитрец каков. Думал, я тебя не замечу. Хитро. Это хитро, конечно. Вот так вот. Что там в канистре нанитов? Вот она. Регенерация, энергетический щит, понятно. Пусть тут будет. Что будем улучшать? Ноги у нас на максимум, кожа тоже. Ну, защиту от пуль, наверное, тогда уж. Чё уж, если у нас будет батл впереди, это будет полезно. Так, ну все, нам здесь, походу, больше нечего делать. Сохраняемся и сейчас побежим, потому что под этот ключик, он подходит, ну вы поняли, к дальней двери. Ускорим это все дело. Немножко. Огонь. Ну, отлично. Пока что тихо. Я уверен, вы не знали, что ваши отец и мать протестовали, когда мы начали ваше обучение. Они любили своего маленького мальчика, Дэйс, и потому они мертвы. Это я послал убийцу. Фак. Ну, давай, заканчивай. Мне нужно с этими парнями сейчас еще побеседовать, скорее всего. Так, я не знаю, что они нам сейчас сделать. Находимся мы в таком не очень положении. Вот. Поэтому я сохранюсь, конечно же. Посмотрим, что они мне тут скажут. Привет, нарушитель, я займусь им. Понятно, ничего хорошего они мне не сделают. Ну-ка, закину вот так вот. Все, ждем. Вот так я их взял хитростью. Еще и... Вон, все, лежат все, отдыхают. Ха! Слабаки. Вон, почти уже все выветрилось. Дробовик. Обрез. Ну, понятно, такое, конечно. Ничего мне из этого не надо.
но победа была легкой. Прям очень легкой. Думал, что наверху что-нибудь есть. Ну и дела. Вы шустрее своего батяни. Что ты имеешь в виду? В чем? Вы с ним знакомы, скажем так, на каком-то должностном уровне? Мы можем доставить вас в сектор 3, но не дальше. Пейдж находится в отдельном районе с собственной охраной. Так. И? Эверетт говорит, что вы хотите, чтобы я уничтожил область 51. Я прервал его связь. ДС, он просто использует вас, чтобы снова передать власть Иллюминати. Слушайте, Саваджи и меня. Существует реакторная лаборатория с двумя реакторами антивещества. Так, и... Другими словами, да. Вы хотите, чтобы я взорвал установку? Почему? Это просто дыра в земле. Десятилетия назад ООН сделала область 51 центральным центром всем электронной связи. Протокол АК-12, созданный для наблюдения, дал Пейджу неограниченные способности цензора и властителя. Центральным центром. Если мы уничтожим центр Аквинас, мы ликвидируем глобальную сеть. Интернет, что ли? Нет. Точно. Они вырыли себе могилу, ДС. Мы собираемся устранить глобальную связь. Охереть. Хотите выпилить интернеты? Похоже на массовое убийство. Вот я о чем. Люди без интернета выпилятся. Пока технология имеет глобальную досягаемость, кто-то будет желать владеть миром. Если не Пейдж, то Эверетт, Даут. Ну ты как бы да. Без базара. Каменный век — плохой выход. Не столь все плохо. Средние века, эпоха городов-государств, цеха, правительства, значит, чуть ли не всех подных в лицо. Я подумаю. Савач имеет карту третьего сектора. Он там работал. Используйте ее, чтобы найти путь к комплексу Пейджа в секторе 4. Затем найдите диспетчерского хладагента, который должна быть в северо-западном секторе 4. Отключите хладагент на реактор, затем идите в реакторную лабораторию. Я сообщу вам, как вызвать взрыв. Так, что у нас тут? Темные века. И слияние с иллюминатами у нас, да? Понятно. Что, вкачать мы что-нибудь можем? Компьютеры не можем. Так, сохраняемся. Да, сюда сохраняемся. Рукс, вы чувствуете что-то? Я должен это знать. У меня глюки, не ладно. Это он. Так, я просто думал, что нам еще что-то интересное этот чувак скажет, но, к сожалению...
Интересно. Ну, я, конечно, и так могу запрыгнуть туда. Да иди ты в жопу так. Да ух ты, зараза. Мои имплантанты почти установлены. Скоро я буду невообразимо силен. Я слышу, как там эти заразы бегают. И там еще кто-то, блин, а. Тыдын. Я обидел. Почему вам позволили захватить сектор 3? Идите в центр Аквинас. Пока вы не получили приказов, я не открою бронедвери сектор 4. Так, вот эту штучку я бы взял. Компания, оглядывайтесь по сторонам. Это какой-то дикий механизм. Так. Пока что компьютер взломаем. Ой-ой, к нам бегут. Ой, бегут. Или нет, или меня опять глючит. Стой на месте! Тихо. Я могу поклясться. Не надо. Вперед, клетки открыты. Я не знаю, что произошло. Что-то вроде... Это Дентон. Помните брифинг? Фак. Так сделаем. Пошли. Забудьте это, он ушел. Вот так вот. Не дают мне почитать спокойно ничего. Сьюзи, вперед, клетки открыты. Я не знаю, что произошло, что-то вроде нападения. Я попал в ядро Аквинаса. Да, код работает, а наши друзья, транс... Геники, в этом я уверен. Я буду в лаборатории реактор. Приходи за мной, я встречу тебя на поверхности, когда станет безопасно. Понятно. Так, что мы улучшим? Ну да. Хай, я наконец получил от Мака вход в систему безопасности для лаборатории B13. Он сказал про ядро, так что не подними нас на воздух. Будь там, если ты найдешь что-то, что поможет подключить эти голубые питающие штуки, дай нам знать. Надо бы лучше объяснить нам, как работают эти реакторы. Ага, логин Ария 51, пароль Браво 3. А, или Браво 13, да, Браво 13. Фух, давайте сохранимся. Могу поклясться. Уходи. Поклясться он может. Чё у нас тут? Опа. Чё это? Труп.
Я переправлю все найденное вами взрывчатку в чулан. Думаю, что там есть опасность испарения или спонтанной детонации. Это вещество выглядит вполне стабильным, но я думаю, что лучше поместить его в безопасную и структурно прочное место. Если вам или вашим людям понадобится туда доступ, то код замка взрывчатки 4225. Опа. Блин, как бы он меня не спалил. Фух, да. Давайте уже тогда на этом закончим. В следующей серии мы продолжим пробираться к финалу, который я уже прям все жду, когда же он уже наступит, но он все не наступает. Жду его, наверное, серии с 3. Сейчас уже чуть ли не 60-е на носу. Поговорите с Геном, понятно. Вот, так что на этом я говорю вам всем пока. Увидимся в следующей серии. Всем удачи.